Поиск пропавших людей, помощь многодетным семьям и трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья. Вот неполный список вопросов, которые обсудили участники итогового форума «Добро соседство». В рамках мероприятия состоялся 4-й съезд социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области. На съезде поднимали проблемы популяризации добровольческого движения, привлечения волонтеров и обсуждали идеи новых общественно значимых проектов. В завершении форума наградили лауреатов и победителей регионального конкурса инициатив и достижений «Все звезды». Статуэтки и дипломы авторам наиболее значимых социальных проектов лично вручил глава региона Глеб Никитин. Люди такие креативные вещи делают, которые меняют жизнь к лучшему, по-настоящему. Участие в этом конкурсе оно стало гораздо более обширным. Если мы начинали с 34 заявок, сейчас уже больше 100-120 заявок. Это значит, что интерес растет, и движение тоже может с оптимизмом смотреть в будущее. Наша общественная организация «Инноватор» приняла участие в чемпионате мира по футболу. Волонтерами были. Во-первых, это и волонтеров обучить, как оказать профессионально помощь людям с ограниченной возможностью. Да? И также сам был рядовым волонтером, где направлял людей в данный сектор.